представлены. Новые качели, прорезиненное мягкое покрытие, качественные игровые элементы, лавочки и урны. Теперь во дворе номер 23 комфортно. Но так было не всегда. Анна Вольнова уже 3 года старшая по дому. Всего 100 квартир, соседи дружные. Но вот во дворе вместе время проводить не было желания. Вместо двора – автопарковка. Были неудобства, были возмущения. Люди, как всегда, как стройка идет, сами знаете. Но сейчас мы очень довольны. Конечно, у нас двор был очень плохой, очень плохой. Сейчас мы все довольны, и парковочное место нам хватает. Придомовая территория преобразилась после проведения капитального ремонта по программе губернатора Подмосковья «Формирование комфортной городской среды». Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил качество комплексного благоустройства. Вместе со старшим по домами, с подрядчиком и местной администрацией инспектируем качество проведенных работ и, безусловно, общаемся с жителями и пытаемся понять обратную реакцию, все ли мы учли в этом благоустройстве, все ли сделано по стандарту, всем ли довольны жители, и получаем, честно говоря, очень приятные, позитивные отзывы. Во дворе сделаны тротуары, газоны, освещение. По просьбе жителей добавлены дополнительные парковки, минимум 38 мест. Согласно муниципальному контракту, выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия, установлены бордюры и информационный щит. Особое внимание уделили озеленению. В приоритете сохранность деревьев и высадка новых. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».